Всем привет! Представляю вам торцовочную пилу AEG-PS254L. Это профессиональный инструмент для совершения продольных и поперечных резов. С его помощью вы сможете распилить доски, ламинат, паркет, выпилить пазы в заготовке и так далее. Двигатель щеточный, мощность 2000 Вт. Для замены щеток не придется нести пилу в ремонт. Доступ к ним открывается без сложной разборки. Диаметр диска 254 мм. В нерабочем положении он закрыт пластиковым кожухом. При опускании к заготовке он самостоятельно убирается. Угол наклона регулируется от 90 до 45 градусов. Под прямым углом пропиливает на глубину 90 мм. Под углом 45 градусов до 50 мм. Глубину пропила можно ограничить. Это особенно удобно при производстве пазов. Режущий диск перемещается по горизонтальной шине. Благодаря этому пила справляется даже с широкими заготовками до 305 мм. Заготовки плотно прижимаются к столу с трубциной, не смещаются во время распила. Сам стол поворачивается до 45 градусов. Выставить точный градус позволит транспортир в основании. Поддерживать чистоту на рабочем месте помогает встроенная система пылеудаления. Она удаляет до 80% мусора без подключения пылесоса. Достаточно подсоединить пылесборный мешок. Линия реза показывается лазером на заготовке. Удобно своевременно рассчитывать и менять настройки пилы и расположение заготовки. А благодаря подсветке заготовку всегда хорошо видно. Рукоятка покрыта мягкой резиной, она прочно обхватывается ладонью даже в перчатках. В ножках основания проделаны отверстия для винтов. Торцовку можно закрепить на верстаке. В комплект входит пильный диск на 48 зубьев, струбцина, фильтр, отводящий шланг и пылесборник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Мы всегда рады обратной связи.